и налево. Слушай, а я в твоем мире могу для себя клеймить, типа, вот скауты всякие потерянные? Не знаю точно. Тут просто вроде рядышком этот самый БТРчик. А. Сейчас я кабанчиком метнусь. Давай. 5 minutes later. Ёб твою мать! Ух! Ёб твою мать! Лебёдка автономная у тебя? А ты видишь, да? Я на карте вижу. У тебя автономная лебёдка или? Или ехать спасать? Кажется, я еду спасать. Хорошая идея. Так. О! Ты мне сейчас прорвёшь шишигу. Ну, поехали. Так, о, погоди, все, тут есть хорошая дева, я сейчас сам этот самый перевернусь. Так. Так, главное рассчитать количество переворотов. Государственных? Ну. Особенно. Риск был просчитан, но я плохо в математике. Ой. Так, погоди, давай. Так, да, надо подумать. Без выходных ситуаций не бывает. Давай. И. О, добро. Добро. Все. Так. Ты далеко не уезжай. Так, все, сейчас я шестыгу. Переверну. Я только за счет лебедки сейчас выжил. Нет! Я просто сделаю скидку. Блять, я не могу сделать. Как я... Типа, план остается тот же. Окей, погнали. Повышенной передачи нету. Не уезжай! Не уезжай! Не покидай меня! Все, поехали. Даня, срочно пересядь в свою Татру и цепани бандита. Бегу. Пока я его держу. Я не могу пересесть. Блин. Сейчас, подожди, мне нужно этот контейнер. А, ладно, это сойдет. Так, держу. Ага. Давай. А, хорошо. Всё. Поплыл. Куда, Тёма, не уходи, я буду спасать тебя. Я уплываю. Стой, не плыви никуда, я сейчас спасу тебя. Сейчас он присоединится нахуй тебя. Блядь, я ещё... А, у меня же автономная лебедка, это точно, да. Но у меня, знаешь, в чем проблема? Я, короче, у меня в баке дырка, и я сейчас бензином загрязняю реку. Я не думаю, что это проблема. Сейчас, я уже ныряю к тебе, раз. Рассказывай, где ты. Я вот это самое, дальше по льду надо. Дальше? Дальше. Блять, я не могу побибикать, да, вот по этому берегу, да, дальше. Офигеть, тебя унесло. А как там, блядь, жив вообще? Тебе не холодно? Жесть, ты понял? Блять, это реально можно вытащить? Да. Блять, стоп, мы попробуем, мы попробуем. О. О. Добро. Почти. Чуть бы подрулить. Давай, я рулю максимально. И... О! О! Так, надо снова заправить. Не надо, не трать топляк, я умоляю. Блять, ой, я отцепился случайно. Сейчас я попробую успеть развернуться и передом, чтобы тебя вытаскивать, а не задом.
Сейчас, обгоняем. Так, давай, давай. Цепляйся за жопу. Давай. Пиздец, опасно, хуй не делаешь. Так, 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 так. Еееее! Так, ну все, но главное, что я больше не в воде. Все. Так. Все. Все, все. И мы даже на правильном берегу, так что можно просто самому не чинить, но можно идти чинить. Так, мне кажется, я сейчас сцепление с земли потеряю. А, нет. Speed and power. Я надеюсь, мы только по шоссе будем ехать, да? Да, 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 это вот. Ёб твою мать! Сука! А, я понял. Ну, я всегда здесь объезжаю эту хуйню, потому что протиснуть через это говно. Unreal. Ну, как ты мог заметить, я очень смелый. Понятно. Я очень тупой. Да, он как-то медленно едет, согласен. У меня визуально все норм. А у меня визуально нет. Вот я мимо колес сейчас проеду. Угу. А тут нет автономной лебёдки на Форде. А она тебе нужна? Пересаживайся в бандита, я тебя сейчас дергать буду. Вазелин, да, чтобы самому дождать? У меня проблема. Какая? Я даже не знаю, как тебе описать эту проблему. Как бы со стороны выглядит, что у меня все ок. Но так, но... Это только кажется. Короче, но ты сел. Нет. Чего? Не представляешь. Как так, я открываю карту. Ты тонешь. Блять, он уплывает! Только не говори, что он уплывает. Пересаживайся, там бандиты, спасай. Бля... Я лечу. Держу как могу. Я лечу, все, я уже в пути. Так, а ну-ка. Я уже прям жестко лечу. Держи. Я уже разъебал подвеску на бандите, все хорошо. Ты если еще говори, я буду тебя ниже по течению ловить. Я жду бы уже, пока. Так, я тебя не вижу, погоди, ты где ты? Я просто понял. А, все, все, я вижу, я вижу. Давай. Так, ну я же зацеплюсь тут, да? Да, я зацеплюсь. Слушай, ну хорошая новость в том, что, судя по всему, Шевроле не уплывает. Тихо, нормально, я держусь. Ой. Не толкай, нет! Я не толкаю, я не могу сдать назад, я на пониженной. Так. Так, сейчас. А, нам по этим скалам направо, да. Угу. Итак, ты поднимешься?
Ага. Так, так. Блять, давай я попробую. Нет, 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 нет. Так, ну ты хотя бы на ноги приземлился. Я не на ноги приземлился, у меня колеса в воздухе висят. А, я понял, это проблема. Сейчас. Так. Чё ты понял, почему он двигается назад? Я за эти бревна не сдержу? А, за эти бревна нельзя. А, все. Нормально. Нормально. Нет. У меня есть предложение, так сказать, сделать back to the studio и собрать нормальный экран. 3 hours later. Я не понял, во что я уперся. А вот, пройдет справа, вот по ответственной этой. Я вот, 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 я вот тут. Ладно. Сейчас, я как бы жопу свесить, а то если я борт свешу, ты меня с собой утащишь. А, я отвернулся на секунду от тебя. Буквально на секунду. Так. Стоп. Встаю. А тебя там не за что цепляться. Только я. Сейчас, блядь, найду нахуй. Нет, дохуя тут деревьев еще осталось, ща, они секунду. А, ща, нет, они не слишком, они охуенно стоят. Я привет. Привет. Здорово. Я залез на какой-то интересный шразе. Охуенно стоят, да? Да. Ну что-то за него. Нет. Цепляйся, цепляйся. Все, Тёма, я хватай кончил. Меня за жопу. Все. Хватай за жопу, Тёма. Погоди, бля. Давай, давай. Мы вместим глину. Мы проехали. Мы вошли и вышли из этого ущелья. Охуенно, охуенно. Так, теперь главное не перевернуться, блять, нахуй, в какую-нибудь хуйне. Йоу, какой же он красивый. И какой маленький. Чего? Ну, если маленький, то это даже и плюс, и как бы, если он мощный. Ну, ты же видел в этой игре КамАЗ Арктика, да? Да. Вот мне казалось, что Кировец, он размером с этот КамАЗ. Ну, плюс-минус. А он, ага. Ну, блин, я как будто брелок сейчас везу на этом... на лебёдке. Ну, вот, вот ты на Кэте, я думал, что Кировец вот размером с этот Кэт. А тут, uh-huh. Ну, смотри, что это такое. Так. Ты его не видишь, что ли, все еще? Наверное, просто так, моя кабина загораживает его. Слушай, а если его, может, его горячей водой полить, он больше станет? Мне интересно. Я рисковый, я попинка. Ладно. Ладно. Я что-то передумал. Бля, да там нет же нихуя, какой... Блядь, реально стоял в спинке, отвечаю, я его не видел вообще. Так, КамАЗу, по-моему, прицепом не цепится, да? Было бы очень сейчас удобно на КамАЗе прицеп забрать с собой. Зато на Форд цепится. А, я ж могу на лебёдке потянуть этот прицеп. Прицеп. Так, ты где? Да, я живой. Ощущение было, что я сейчас этот прицеп будет как лопасть вертолета использоваться.
Так, погоди, я... А, вон он, лучше я вижу. Аллилуйя, мы приехали. Осталось только подняться туда наверх. Блять, ты туда поднял. Ёб твою мать. Вот суки, опа. Блять, ну кто так делает? Ёб вашу мать. Я смог. Какой ценой? Ну мы сделали самое главное. Где я тебя сейчас дерну? Давай. Так, погнали. Погнали. Мне кажется, я сейчас в воду улечу. Блять. Давай. Так, нормально, засейвил. Так. Сейчас я разберу. Давай. Сейчас. Разгон беру, брат. Хватит. Разгон, значит. Я пить, что ты сделаешь? Все, поехали на разгон. Что, ты не тонешь там? Нет, я не тону. Мне нормально. Ну, не такая уж и плохая дорога, так сказать, по меркам Амура. Течение помогает. Слушай, соглашусь. Ну? Ты как этот, как тот танкер, который Робин встал в Суэцком канале или где-то. Да. Так, ну на... О! Хорошо. А там невидимая стена, походу. Или мне кажется? Нет, мне кажется. Нормально. Давай, братан. Ныряй. Нырять? А ты? Давай. Ну слушай, как это? Я не отпущу тебя. Тут должна быть музыка из Титаника. And I... Ладно, плыви. Тёма, так. Ты веришь, что планета круглая? Да. Да, ну... Но... Нас обманывают. На краю планеты находится красная линия со знаками стоп. Бля. А, то есть ты уперся в красную линию, да? Я к ней уверенно подплываю. Ага, понял. Вот, 20 метров осталось. И эта линия шевелится. Нихуя себе. Ну я планирую упереться в неё. Давай. В неё нельзя упереться. Я в 5 метрах от неё. Damn.